Знаете, мы когда Гранд Медику вводили в эксплуатацию, мы замеряли уровень радиации при работающем рентгене КТ МРТ, то есть прямо с дозиметром. Когда они уже работали, максимальное пиковое излучение. Ну, была одна цифра, был Роспотребнадзор, все это все смотрели, все это все положено. Потом вышли на улице доза больше. Нонсенс, но это факт. Прямо сейчас можно посмотреть, выйти. У нас есть это оборудование, я вам серьезно говорю. Сейчас настолько современное оборудование, это же другой уровень абсолютно. Настолько высокий защита уровень, высокая защита, да. Что вот на улице больше, чем внутри. Нонсенс, но вот, вот как-то так. И не потому, что у нас город грязный, не из-за этого. Это в любом городе, в любом городе то же самое будет. У нас нет каких-то предприятий, которые выбросами такими занимаются. Но их нет. Ну, естественно, фон.